Но не знаю, что кто в Добролюбске. У нас входит несколько территорий, связанные, наверное, именно с этой историей, как Великая Отечественная война. Это все прекрасно знают, зовут сигнал наш любимый, как мы его называем, Новосибирский Южный. А в этом году у нас будет праздновать 80-летие наша шоколадная фабрика, которая тоже у нас переехала в 42-м году. Самое удивительное, что каждый пытался нарисовать то, что ему близко. А помимо того, что было перенесено на холст, люди еще рассказывали, как они на этих заводах работали, какие они были, с кем они дружили, да, какие задания выполняли. То есть вот окунулись вот в прошлое. И это все отражено на наших холстах. Скажу, что проект у нас будет двигаться дальше. Откликнулся на Советский район и 80-й. Торжественно вручаем мольберт. Ресурсный центр Советского района на Арбузова 1А. Объединились и муниципальные учреждения, и активисты ТОС, и общественные организации, и ресурсный центр общественных объединений. Он объединил очень многих людей. По-моему, это блестящий проект, потому что у него есть замечательнейшая идея. Эстафета патриотизма поколений. Пейзажи, этюды, Новосибирского военных лет. Ну и все мы вспомнили Новосибирск, каким он был тогда и каким он стал сейчас. Я преклоняюсь перед виновниками этого торжества, художниками. Со многими я часто встречаюсь, с некоторыми пореже. И символично, что вот эта выставка организована в этой картинной галерее.